В Славянском районе проведена оперативно-профилактическая операция «Нелегал». В рамках операции славянскими полицейскими совместно с представителями администрации района и казачеством были проведены рейдовые мероприятия по выявлению лиц, находящихся на территории Славянска на Кубани без вида на жительство и патентов на работу. В зону пристального внимания правоохранителей попали предприятия, на которых трудились мигранты. Так, в ходе проверки Славянского ремонтно-механического завода были выявлены 14 человек, граждан Республики Узбекистан, которые изготавливали железобетонные конструкции. Проверка показала, что необходимые документы для пребывания и работы на территории России у них имеются в полном объеме. Рейдовые мероприятия по выявлению нелегалов будут продолжены.